Maria Albanese era un'artista napoletana esponente dell'arte povera. Nelle sue sculture ha usato infatti sempre materiale industriale come la plastica. Ha rappresentato molte donne combattenti, dedicando la sua arte al ruolo della donna nella società. Ну, наверное, чтобы быть менее, как сказать, восприимчивой ко всем тем каким-то, как сказать, какие ярлыки навешивают на женщин, может быть, какие-то внешние предрассудки со стороны, может быть, такая роль. Да, на самом деле Мария часто в своих скульптурах показывала женщин, да, их роль в обществе, поскольку женщинам приходится не всегда легко, им приходится иногда защищаться, и тут шлем в качестве вот этого символа защиты. Как вы думаете, от кого женщинам приходится защищаться? Защищаться? Ну, я не думаю, что это какие-то конкретные люди. Это, опять же, предрассудки, опять же, какие-то обязанности, то, что от них ожидают, какие-то стандарты. Не все женщины должны писать по этим стандартам. Женщины вообще не должны. Интересные мысли. И что вы можете сказать о ее характере? Какой она вам кажется, женщиной? Она открыта, она проста, она очень искренна. Ну, наверное, она очень мобильная, я бы так сказала. Спасибо вам.